Одним из самых технически несложных упражнений для тренировки грудных мышц является отжимание от пола. И к тому же при его выполнении практически не требуется дополнительного оборудования. Основная нагрузка ложится на мышцы груди и разгибатели плеча. Отжимания придадут вашим мышцам тонус и сделают грудь более подтянутой. Примите упор лежа. Руки немного шире уровня плеч. Туловище держите ровно. Ноги стоят на носках. На вдохе медленно опуститесь вниз, почти до касания грудью пола. На выдохе отожмитесь и вернитесь в исходное положение. Старайтесь во время выполнения упражнения разводить локти в стороны. Это сильнее включит в работу грудные мышцы. Туловище с ногами образует одну прямую линию. На вдохе опускаемся вниз, на выдохе отжимаемся. Если вы только начинаете тренироваться, то вы можете быть недостаточно сильны для выполнения отжиманий от пола в обычном варианте. Уменьшить нагрузку и выполнить необходимое количество повторений вы сможете, выполняя отжимания, стоя на коленях или держась руками за гриф тренажера Смита. Жим лежа в тренажере Смита – упражнение, схожее с отжиманиями от пола, задействующее помимо грудных мышц трицепсы и передние пучки дельтовидных мышц. Здесь вы уже преодолеваете нагрузку не собственного веса тела, а дополнительного веса отягощения. Чтобы сместить акцент и хорошо проработать отстающую верхнюю часть грудных мышц, выполняйте жим в тренажере Смита лежа на наклонной скамье, а не на горизонтальной. Этот вариант предпочтительнее именно для женщин. Гриф штанги должен опускаться также наверх груди. Жим на тренажере также является многосуставным упражнением, направленным на укрепление и развитие грудных мышц. Вспомогательная нагрузка приходится на трицепсы. Для начала не забудьте настроить высоту сидения. Тренажер даст вам правильную траекторию. После того, как вы наберетесь опыта и ваши мышцы окрепнут, переходите к свободным весам. Выполняйте жим гантелей лежа на наклонной скамье или на горизонтальной. Не поднимайте таз вверх при отжиманиях. Не следует тянуться плечами вслед за руками. Внимательно контролируйте движение гантелей во время жима.